Так, что-то я не понял. Кстати, смотрел это видео сейчас про инцелов у Бояры. И там Алипов вот это, да, сидит. Типа, почему там чего, почему кто инцел, кто нет там и так далее, да. Ну, они делят только мужиков, ну, называют, то есть, мужиков только инцелами. А есть же и бабы инцел. Там они, в принципе, где-то в середине видео вроде. Сейчас скажу. Вот смотрите, на часе 15 появляется картинка с Бекки и Стейси, так называемая, да? Час 15, вот перемотайте, посмотрите, там, короче, Бекки, это такая, ну, задротка какая-то непопулярная, да? Тоже такая же, как Инцел, точно такая же долбоебка, как Инцел, абсолютно. И, короче, она непопулярная. То есть задротка какой-то хуйни. Там не написано, там написано какая-то хуйня, но это так, ебань, приписки какие-то, да. В принципе, где-то до 90% тёлок именно вот бэки типажа. То есть они непопулярны, они нахуй никому не нужны. Но они сами считают, что они только чадам давать должны, да. И им нравятся только чады, да. То есть, естественно, инцелам поэтому даже этого не достается. Ну, то есть, даже бэки вот этих. А Стейси там это популярная альфа-самка, да? Ну, как я вижу, да? Там на пикче какая-то хуйня написана, она это озвучила, типа, да? То есть, это сисястая такая тёлочка, да? Там в спортзале находит или еще куда-то. Или она силиконовое блядище, неважно. То есть, это популярная для секса какая-то шлюха такая, да? Ну, назовем ее шлюха, но она таковой себя не считает. Ну, короче, блядь, популярная красивая тёлка, да? Популярная, так сказать, для ебли, там, не знаю, блядь, красивая, короче, красивая именно. Потому что те вот эти бэки, это хуйня из-под ногтя, они обычно в срадке. То есть вот... Соответственно, вот Шурыгина это Стейси, да? То есть это шлюха, блядь, популярная. Не знаю, там, кто еще. Ну, блядь, вы поняли, в общем, неважно. А так вот, и это пизда. Вот эта корга, блядь, беззубая, блядь, сука, с носом, как у орла, блядь, да? Она говорит, что она Стейси, блядь. Я, правда, не понял, то есть мысль я не особо, блядь, я до того, это, ну, опешил, что сидел и не мог понять, она это оговорилась или что она несет вообще. Вообще не понял. Она говорит, я почти Стейси. Я охуел, блядь, какая ты Стейси, ты чё, ебанутая, блядь, ты на себя в зеркало, блядь, посмотри, ты же ебанько. То есть ты задротка с задней парты, блядь, какая ты Стейси, ты хуйня, блядь, ебаная, блядь, ебаный рот. Я ей так и написал, ну как бы там, под видео. Я типа написал посты на себя, корга, блядь, ебаная, ты чё, ебанутая, нахуй, какая ты, нахуй, Стейси. То есть она стопроцентная вот эта бэкки, то есть как это, в серой кофточке, да, невзрачная хуета, блядь, ебаная. Обосранная. И прикол в том, что вот Алипов, да, Алипов, бояра и вот эта пизда, и дочь этого бояра, да, они все трое инцелы, блядь. У них рожи вообще ни о чем. То есть, блядь, просто хуета. Ну, как бы, там даже он пикчу показывал, то есть там, ну, довольно-таки есть чувак там, по-моему, в шапке, да? И он тоже инцел, блядь. А он вроде как, ну, так, в принципе, ничего вроде как, да? А он инцел, блядь, ёпта. И эти мне полудевственники, да, сидят и обсуждают инцелов, блядь. Они на самом деле сами инцелы, ёпта. А у них самих-то нихуя не было, ни девки, нихуя. То есть у бояра там одна вот эта жена, он нашел, ему повезло, блядь. Я не знаю, ну, потому что в совке родился, да, там. Там всем давали, блядь. Ну, в смысле, не всем давали, а все получали по бабе себе, да. Ну, грубо говоря, интернетов не было. Не было нихуя выбора, да, а сейчас выбор есть, и все сидят у чедов на шее, да. А бедки там куколдами становятся, да, блядь. Ну, те, что когда уже после чедов уже потраханные эти долбоебки бросают там их, или они бросают, РСП там разводятся, да, нахуй. То есть чед там себе наделал этих детей, да,
И он кидает эту распеху нахуй под жопу. Или она сама уходит там, ну, не знаю, там какие истории эти, блядь, я ебал их в рот, да? И нахуй. Ну, неважно, короче, блядь. И эта пизда говорит, что она Стейси. Ка нахуй Стейси, блядь, ебаный рот. Ей, блядь, даже до Бейки далеко, нахуй. Она вообще ни о чем. То есть задней парты, долбоебка, задротка, блядь, какой-то философии ебучей. Кому нахуй нужна ее философия? Это поебень, блядь. Чедам вообще не нужна никакая, даже учеба им нахуй не нужна, блядь. Чеды — это альфа-самцы, им нахуй это не нужно, блядь. То есть это просто ебань. Потеря времени. То же самое альфа-самки, блядь. То есть она может быть и отличницей, в принципе, по приколу, так же, как и Чед. Он тоже может быть отличником по приколу, но на самом деле им нахуй это не нужно, дерьмо. Они и так уже, ну, как бы доказали все нахуй и пиздец. Все пиздец. Вот в чем прикол. Она пиздит, что она почти Стейси. Да какая ты Стейси? Тебе, блядь, до Бейки-то далеко, сука, задней парты, хуета, блядь, ебаная, ты чё? Ёбнулась, что ли, блядь, мама, ты чё, блядь? Я вообще охуел, блядь. То есть, может, она оговорилась, может, она на самом деле Бекки, но вы посмотрите вот этот момент, сейчас 15, да, там примерно начинается. Она там пиздить начинает где-то, я не помню, на какой минуте. Ну, короче, найдете. И сам прикол, я написал, что ты ебанутая, ты какая нахуй Бейки, ой, Стейси, ты же ебанько, сука, ты, блядь, вот как та мышь, блядь, из «Что, где, когда», да? Помните, там была какая-то мышь, это дочка друзья, блядь, сидела. Вот такая же хуйня, блядь, с волосьями в разные стороны, блядь, поебень, блядь, вообще, она нахуй не нужна никому, кто ее ебать будет? То есть это нихуя не Стейси, блядь, Стейси это, ну, то есть спортивная такая тян. То есть, блядь, я не знаю, фигура, жопа классная, сиськи, все охуенно. Натуральные волосы, все охуительно, блядь. Никаких очков нету, какие нахуй очки, ты еще ебанутая мама, блядь. Она в очках сидит, блядь, пиздец, блядь. Нахуй, тетя Клава, блядь, ебаный рот, ты че? То есть это вот, то есть три инцела сидят и обсуждают, блядь, вот эту хуйню. Они ебнутые, вообще полностью дегенераты, блядь. И они не понимают, что они сами инцелы, блядь. Они сами долбоебы, такие же, точно. То есть у них не было секса вообще нихуя. То есть у Чеда он ебется каждый день, блядь, просто. То есть они даже не бедки, нахуй. У беток тоже секс. То есть они там хуярят, там, не знаю, ну, раз три в неделю, допустим, да? Чет там каждый день ебется, да, 3 раза утром, 3 раза в обед и 3 раза вечером, да, это чет. Потому что от телок отбоя нету. Обедка, ну, он 3 раза в неделю, там 2 раза в неделю, может, да, и поебется. Заебись нахуй. Может быть, раз в неделю даже. А у инцелов вообще нихуя нет. Или вот как у бояра, ему повезло, то есть в совке он нашел себе дырку одну, да, женился на ней, все, но это инцел, блядь, ему уже ебало видно, блядь, он вообще письку свою только вот сувал вот в жену и все, нахуй, все, пиздец, это инцел натуральный, то есть, да, и ему повезло просто, вот эта жена его, она там сказала, ну, давай, там, давай жениться, там, или че, хуй знает, он говорит, ну, хуй, давай, блядь, типа, ну, что, срать, блядь, ну, давай, пиздец. И то же самое с этой пиздятиной. Хоть у нее и дочь есть, у нее тоже, скорее всего, один партнер, максимум два было, и все, нахуй. Тоже там раз в году она и поебалась с ним, там, да, наебала это, наебишь все, блядь. Но все вот эти трое, это задроты с задней парты, да, то есть, ну, понятно, да, то есть у них интересы, это вот эта вот хуйня, философия какая-то ебучая, она нахуй не нужна никому, блядь. То есть какие-то там физика какая-то, нахуй она нужна, никому нахуй не нужна, кроме задротов и инцелов, вот таких же точно. То есть все пиздец. Чеды и альфа-самки, вот такие, да, Стейси, это, блядь, вообще не об этом нахуй. То есть им это нахуй не усралось. У них вот инстинкты, это вот первое. Никакой философии, книжки они вообще не открывают, они нахуй не нужны им. Какая нахуй физика, бля, какой, блядь, сука, что она там пиздила? Короче, авторы эти ебучие, они нахуй не нужны, их никто не знает, блядь, из них. Пиздец, и она что-то пиздить будет на это пиздец просто. Я написал коммент, и она сразу, то есть он сразу удалился практически. Я еще второй написал, то есть это, посмотри на себя, там в зеркало, блядь,
Сука, задней парты задротка, блядь, ебаная. И все, и оба коммента удалились нахуй. Я, короче, дис въебал на это видео. Там дохуя, кстати, дисов довольно-таки. Обычно ему лойсы ставят, да, в этот раз там дисов отгрузили. Я не знаю, кто там отгрузил. Наверное, вот тоже такие же, да, поняли, что хуйню несут они вообще. Но я еще не досмотрел. Может, я что не так понял, хуй знает. Ну, блядь, вы посмотрите на ее рожу, блядь. Какая-то карга безумная, безумная, реально, блядь. Ну, пиздец же, нахуй. Просто пиздец, какая Стейси, ты что, ебанутая мама, блядь? Ну реально, ну это же вообще, ну это идиотизм. Она вообще не понимает, что происходит, что ли, блядь. Хуй знает, как будто они ебнутые вот мешком. Вот все трое сидят. Вообще не понимаю. Это ужас, блядь, просто ужас. А, хуй с ними, блядь.